Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и мы продолжаем покорять Gran Turismo 2. В прошлой серии мы с вами одолели чемпионат в классе GT300, заработали в средней паршивости машинку Троена, Toyota Троена. Ну и в этой серии мы с вами начнем чемпионаты изнурительные на выносливость. Но начнем мы с самого, пожалуй, простого и легкого, ну, с точки зрения, по крайней мере, техники и ограничения. Это 30 кругов по Trial Mountain. Вот так вот я решил. Ну и, как я вам уже говорил несколько серий назад, начнем мы ее... будем проходить на вот этой Toyota Celica. Концепт карри. Ограничение в том чемпионате 295 лошадей всего-навсего. Ну и нам надо прокачать нашу машину. Она не сильно прокачивается. Скорее всего, мы даже до этого лимита и не дойдем. Возьмем два комплекта покрышек разных, Medium и Soft. И по ходу гонки там, ну так как чемпионаты на выносливость, уже много кругов, там появятся пит-стопы. Ну это я говорю, естественно, для тех, кто не в курсе, если таковые вообще есть. Вот, и, наверное, начнем на медиуме. А по ходу гонки поменяем на пит-стопе, потом на софт. Вот, стратегия будет у нас, скорее всего, с одним пит-стопом. Так что... всего лишь один заезд бокса нам будет предстоять. Ну и, как я сказал, что вот турбины у машины нету, она довольно слабая. В движке вот сейчас только запчасти купим. И все, и да, она скорее всего не дотянет до ограничения до этого, но все равно я думаю, что мы справимся. Тем более, что я проходил на вот этой целике этот чемпионат вот, ну, в детстве, в общем. Я помню, что проходил на ней, и, ну, особых, по крайней мере, вроде бы проблем не было. Хотя мне один из подписчиков, помню, говорил, что тут могут быть тоже в этом чемпионате проблемы с, ну, баг очередной с машинами, которые там участвуют. То есть там может нам соперники попасться, несмотря на такое низкое ограничение по лошадиным силам, Вектор М12. Это будет, конечно, печально. И, как я говорил, что так как нам вообще везет на всякого рода вот такие баги, то вполне вероятно, что он там и окажется. Но будем надеяться, что судьи будут бдительны и не пропустят такого мега-монстра туда. Так, ну, модификации гоночной там нету на эту машину, и машины там тоже без гоночной модификации. Так, ну что же, вот наши чемпионаты на выносливость, и первый из них, вот видите, тут за первое место 150 тысяч дают сразу. Хотя это наименьшая, по-моему, сумма здесь. Так, ставим на резину медиум. И на пит-стопе поменяем, в общем, на софт. Ну что же, начинаем. Старт. Сейчас пристрелка. Первые пару кругов к соперникам. Кто тут против нас вообще выступает? Да и к машине надо еще привыкнуть. Тоже новая для нас машина. Ну, соперники тоже, естественно, машинки такие. Не сказать, чтобы уж очень крутые. BMW-ха вот. Первые две там, по-моему, маленький был Fiat, а вот желтая, я не понял, что это такое там было. Маленькое что-то типа Фиата Барчетта.
Так, ну и какие-то тут зубры. Ну, по крайней мере, по максималке, по-моему, они нам не уступают на прямой. Ну, тем интереснее будет. Вот, по-моему, это... А, это, по-моему, целика такая же, ну или почти такая же. Вот там, в жопу стукнулась. Ой-ой-ой. Смотрите, какой кошмарный впереди. Жуткий болид едет. Это всем известный проклятый Lotus Elise. Ну, надеюсь, не будет с ним проблем. Ух ты, раз такой перекрестил и снова вперед вышел. Подлец. Сопротивляется. Ну, нормально. Легкой жизни что нам не даст. Надеюсь, что таких проблем не будет, как в первой части на чемпионате Grand Volley 300 км. Удастся с первого раза пройти. Да, конечно, удастся. Проблем-то... Там проблема была в машине, в общем-то. Точнее, даже в ее управляемости. А целика с этой точки зрения гораздо покладистей, в принципе. Так что, думаю, проблем не будет. И вот заметно, как на вот таких эндуранс чемпионатах соперники, у них даже скорость разная между собой. Вот видите, мы проехали всего там круг с небольшим, а насколько уже растянулись даже наши соперники. То есть у них даже между собой разница скорость. Обычно они так всей гурьбой едут, когда, ну, в обычных гонках там двух-трех круговых. А здесь нет, они, видимо, ну, в зависимости от их прокачки и, в общем, управляемости, ну, видать, резину берегут. Тут и разное количество пит-стопов будет у разных машин. Да, ну, к целике тоже надо немножко привыкнуть. Опять же, на этом джойстике, на моем аналоге, сложнее, ну, доставляет определенную дополнительную сложность. Поэтому первые круги тут могут быть какие-то косячки, осечки небольшие, промахи, заносы, промахи мимо апексов и прочее. Смотрите, пока не шибко отстают. Вот нас преследует Элайс. Вторая, судя по всему, так и идет целика. Напарничек наш по команде. Ну и троица дальше так плотненько идет, но отстала от первой тройки. Не помню, тоже в детстве проходили эти чемпионаты на выносливость. Тоже по очереди с Лехой. Так же, как и в первой части. Но тут их и больше уже. Там-то в первой части всего три, получается, гонки. А здесь штук семь уже. Ну и вот видите, кстати, появился значок в правой части экрана, зелененький такой, 4 прямоугольничка. Это вот как раз и есть наши покрышки. То есть, ну, сначала вообще был фиолетовый цвет, но это они еще даже не прогреты были. Сейчас вот зеленый, это, то есть, оптимальная температура, оптимальные там сыскные свойства. Пока они зеленые, можно ехать, потом они потихоньку начнут желтеть по мере истирания их. Потом оранжевыми становиться. Ну и как они станут такими ближе к красному или уже ярко-красным, это уже, конечно, тогда управляемость машиной совсем практически исчезнет. Контроль над ней, это значит, что покрышки
практически в нулину уже истерты, и надо ехать на пит-стоп. Ну, мы до такого, конечно, доводить не будем. Ну, хотя вот не знаю, сейчас мы едем на медиуме, но я так думаю, ну, до середины-то гонки протянем на них. Ну, желательно, конечно, подзатянуть пит-стоп первый, потому что второй комплект будет резины софт, мягкий, и, конечно, он будет побыстрее, ну, с точки зрения сцепных свойств, но и затрется быстрее, поэтому, ну, надеюсь, что нам его хватит потом до финиша, если, например, на первом комплекте кругов там 17 хотя бы проехать, 18 может быть. Ну, посмотрим, в общем, как оно будет. Главное, особо не ошибаться еще, по обочинам не ездить. Это все отражается, естественно, тоже на покрышках. Ну, плюс еще, благо, машина переднеприводная, она, ну, достаточно равномерно должна, в общем, стирать резину. Да, грести она будет передними колесами, они, по идее, должны стираться быстрее, но так как зад у нас, ну, что называется, просто болтается, да, позади передних колес, поэтому будет за счет этого тоже стираться довольно-таки сильно. Ну и, в общем, это будет компенсироваться, и, я думаю, колеса будут стираться равномерно. Передние колеса не должны намного быстрее прийти в негодность. Ну и плюс, в отличие от заднеприводной, даже когда покрышки сотрутся, даже может быть до красного, за счет того, что машина переднеприводная, кидать ее сильно, по идее, не должно. Она просто потеряет управляемость. Ну то есть появится, чем больше будут стираться покрышки, тем ярко выраженнее будет становиться недостаточная поворачиваемость. То есть надо будет просто тормозить там больше, как-то может быть закидывать ее. Занос пускать. Из этого, конечно, еще быстрее резина начнет стираться, но разворотов каких-то избыточной, в общем, поворачиваемости не должно быть. Здесь, наоборот, будет недостаток проявляться все больше и больше. С ним, конечно, справляться попроще, чем с избыточной поворачиваемостью. Ну вот как-то... Пока я это все говорил, смотрю, что уже передние-то колеса по истечении 6 кругов уже к желтенькому так начинают приближаться. Не знаю, хватит ли нам до искомых где-то. Вот так лучше не делать, не заносить машину. Ну, в общем, идеально было бы круга до 17-го бы додержаться. Ну, что-то я не знаю, получится или нет. Ну ладно, если что, потом подсбросим темп. В принципе, оторвались уже неплохо, первые круги еще держались они за нами, а сейчас подотстали серьезно, так уже вот на целую прямую эту Trail Mountain-овскую. И даже вот Элайс оторвался. Ну да, он так-то по идее, машина, конечно, адская, но если она хорошо настроена, то она, в общем-то, быстрее соперников, тех, которые здесь представлены. Ну и вообще этот пелетон подрастянулся, конечно. Так, ну и не могу, конечно, не затронуть свою любимую тему. Это тему реальных гонок. На выходных прошел очередной гран-при Формулы 1, Гран-при Италии. Ну и так немножко расскажу о своих впечатлениях. Ну и кто, может, не смотрел, так, результаты гонки и такие небольшие комментарии. Ну, в общем, я, если честно, разочарован, конечно, результатами гонки. Разочарован довольно сильно. И даже не потому, что выиграл Хэмилтон. Это ладно, еще бог с ним, но из-за того, что интрига в чемпионате после этого этапа, она просто разрушена на корню. Ну, те, кто смотрел, конечно, знают,
те, кто не смотрел, сейчас поймут. В общем, Хэмилтон выиграл, а основной соперник его по чемпионату, ну и одновременно напарник по команде, сошел с дистанции, да причем как сошел, ой, это было, ну просто, не знаю, у меня чуть истерика не случилась, когда он меньше чем за два круга до финиша, Росберг, идя третьим, да и, в общем-то, атакуя Феттеля за второе место, уже практически вплотную подобравшись к нему. Ой, ну такое печальное зрелище было, когда испустил дух его мотор на входе в Роджу, шикану. Ой, я прям аж в голос начал орать. Чуть ли не матами. Конечно, расстроен был страшно я, потому что... Ну, потому что, черт возьми, понятно, что единственный соперник в этом году маломальский, который мог ему что-то противопоставить, я имею в виду Хэмилтона, это Росберг, естественно. И сейчас при победе Хэмилтона и налей очков у Росберга, у них сейчас отрыв в чемпионате 53 очка. Это просто кошмар. Такой отрыв, конечно, уже практически нереально отыграть. Плюс, что в том году еще это как-то можно было надеяться на это, потому что мерседесовская силовая установка была, да, она была мощной, но не очень надежной. Но в этом году у них это технический сход вообще первый. И вообще они во всех гонках до этого финишировали, и проблем особых-то у них и не было по части технической. Поэтому... Тут, конечно, Хэмилтону с самого начала уикенда не повезло, в общем, Гран-при Италии. Ну, Монса — это вообще самая скоростная трасса в сезоне, храм скорости, как ее называют. Вот, и Мерседес привез на Гран-при Италии, ну, именно заводской своей команде, обновленные двигатели. Они использовали все свои баллы эти вот условные сразу же. И, ну, в общем, улучшили мотор. С точки зрения мощности установка стала сильнее. Вот, поставили на два своих болида. У них до этого всего два двигателя было использовано за сезон, поэтому никаких штрафов, естественно, они не получили. И в пятницу у Росберга начала барахлить вот эта вот новая силовая установка. За ночь думали механики, что справятся с проблемами, но... Субботняя тренировка показала, что проблемы устранить не удалось. Там начало и масло подтекать. Ну, в общем, проблемы такие не фатального свойства, но от греха подальше. В общем, команда решила Росбергу поставить снова назад, как бы поменять на старую силовую установку, которая уже к тому моменту прошла у него 5 целых гонок. Вот, и это Монса стала для нее 6-й. Да еще и такая скоростная и требовательная очень гонка для именно двигателей попалась на, в общем, на конечный цикл жизни этого двигателя. Ну и из этого, естественно, он и в квалификации вот уступил, и две Феррари вперед пропустил. Феррористы заняли на квалификации второе и третье место, причем, слава богу, Айсмен прям воспрял из, я не знаю, изо льда, ё-моё, прям таки и уделал Феттеля в квалификации, тоже меня это порадовало. Вот, но на старте, правда, у него случились проблемы, еле-еле он тронулся и в итоге в бой ушел последним. Всю гонку красиво прорывался, молодец, конечно. Вот, но в итоге со своего второго места на старте смог финишировать лишь, если сейчас не ошибусь, по-моему, пятым он, да, финишировал. Так бы вообще был 6-м, если бы Росберг не взорвался. Ну вот, в итоге 5-м. Молодец, сделал гонку. Ну, что еще можно сказать, что кучу штрафов нахватали редбуловцы, и Квят, и Рикьярда. В общем, по примеру макларенцев в Бельгии.
взяли тоже несколько раз себе силовую установку, заменили, ну как бы, чтобы сразу отбыть вот эти вот куча штрафов, их там обоих наказали по несколько десятков позиций, но так как сейчас это ничего не сулит серьезнее, чем просто отправление на последний ряд стартового поля, вот они сразу по два двигателя обоим пилотам заменили. Да плюс у Рикьярда еще и новая установка, которую вот заменили на Монце. Одна из новой уже отказала. Причем, как сказал Хорнер, там фатальные какие-то поломки, что ну, движка умерла полностью. Ее даже не подлежит восстановлению. Так что у Red Bull проблемы с Рено продолжаются. Ходят слухи, конечно, что они на Mercedes вроде как со следующего года могут перейти, если Рено все-таки выкупит Lotus и станет снова заводской. Ну, не знаю, это пока все на грани слухов. Посмотрим, как оно там будет. Но, в общем, редбуловцы, так как им этот раз абсолютно не подходит Монса, в общем, решили все равно многого тут не добиться. Решили вот таким макаром схитрить. Как мне кажется, это аукнется потом. Вот все эти замены, куча замен, моторов. Мне кажется, ФИА снова что-нибудь выдумает, чтобы такого больше не было. И снова введут какие-нибудь проезды по питлейну или stop and go, если команда вот так вот будет продолжать делать, команды, точнее, то, что это уже не единичный случай. И не просто будут отправлять на последний ряд стартового поля, а что-то еще выдумают, ну, пожестче наказание. Потому что команды читерить стали, так скажем. Так, вот смотрите, мы кого-то уже на круг догнали. И, кстати, это нифига не Фиат Барчетта едет последним. Мне казалось, что это... О, так смотрите, это вообще BMW. Странно. Ну, видимо, довольно тяжелая все-таки машина, а мощности у нее маловато. Поэтому идет последний. Довольно-таки сильно, смотрите, отстала от всех практически уже. Интересно. Ну, ладно, так продолжим, в общем, о наших баранах. Ну и, в общем, что касательно Red Bull, то молодцы ребята, даже, опять же, на такой абсолютно неподходящей трассе, как Монца, смогли приехать в очки. Рикьярдо, правда, к моему великому расстройству, Квята все-таки обошел. Он и стартовал лучше, хотя Квят на старте стоял чуть выше на одну позицию, но с грязной стороны стартовал, да плюс еще замешкался. В общем, тоже в бой ушел, можно сказать, Квят последним. Вот, и... Ну, в общем, на финише. Так они прорывались довольно-таки стабильно. Оба обходили соперников поначалу. Ну, вот, пока еще могли как-то в скорости соперничать. И где-то на грани десятки вот их прорыв остановился. Обоих сразу. Там за счет пит-стопов они то попадали в эту десятку, то выпадали из нее снова. Ну и в итоге вот финишировали 8-м и 10-м. Рикьярдо финишировал 8-м. Опа, кто-то на пит-стоп поехал в желтенький. Вот, кстати, насчет этой машины я и не знаю, кто это у нас. Ну и, кстати, если говорить о нашей резине, в принципе, уже 15-й круг пошел. Я думаю, протянет она еще 2-3 круга, так что мой план работает. Ха-ха-ха-ха. И думаю, что и софт протянет. Так что вообще все четко у нас идет. Отличная просто гонка. Отличная трасса. Машина великолепная просто. Все идет четко. По плану. Всегда ж хорошо, когда все идет по плану. Вот. Главное, чтобы движка не взорвалась, как у Росберга на последнем круге. Вот. Ну и так, Red Bull, в общем, закончу с ними. В общем, на последнем круге Рикьярдо смог обойти за 9-е место, за 8-е даже место, как оказалось потом, Эриксона. Ну, так как Росберг взорвался, то 9-е место превратилось в 8-е. Ну, а Квят не успел его немножко достать. И в итоге вот они финишировали 8-м и 10-м. Если бы Росберг не сошел, это, естественно, было бы 9-е и 11-е место. Вот. Ну, в общем, плотнейшая борьба между ними идет, между двумя напарниками по Red Bull, Квятам нашим и Рикьярдо.
Квят, правда, красавчик, вышел вперед вот на Гран-при Бельгии. Ну, сейчас вот Рикьярдо снова у него пару очков отыграл. Ну, точнее, не пару, а три. У них между ними было 6 очков, сейчас всего лишь 3 осталось. Ну, будем надеяться, что Сингапур, ну, так чисто теоретически им, конечно, гораздо больше подходит. Будем рассчитывать на то, что они там проведут отличную гонку. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, не сглазить. Так, ну вот, это у нас что касается России в Формуле 1. Ну и, как я уже сказал, вот Хэмилтон выиграл, Тефтель в итоге финишировал вторым, но с громаднейшим отрывом. То есть Хэмилтон, в общем-то, всю гонку, видимо, ехал и в носу ковырялся. То есть выиграл просто в одни ворота. Естественно, в отсутствии Росберга у него соперников вообще не было. Ну, точнее, Росберг как, он присутствовал, но так как тоже проспал старт, на старте пропустил сразу и две Феррари, точнее, они и так были впереди него, он еще умудрился и два Вильямса пропустить вперед, и, по-моему, даже Перца на старте он пропустил вперед. Перца он довольно быстро смог пройти, а вот за Вильямсами застрял, смог их только за счет пит-стопа опередить. Опять Вильямсам не повезло. Вильямсы, кстати, финишировали третьим-четвертым. Масса на подиуме в очередной раз в Монце. Трибуны тоже его хорошо приветствовали, прям свистели, орали, скандировали. Ну, так как он давно очень, точнее, долго выступал в Феррари, все помнят, конечно, ну и за титул он боролся. Как раз таки с Хэмилтоном в 2008, поэтому трибуны его в Монце тепло встречают, ну и он им отвечает взаимностью, частенько приезжает на подиум там, как в прошлом году он тоже был на подиуме, также на третьем месте, тоже в Вильямсе. Вообще Вильямс, конечно, рассчитывал на большее, да и я думал, они лучше выступят. В общем-то, Монце это, ну, очень скоростная машина, а у них аэродинамика как раз заточена под вот такие скоростные автодромы, но Феррари прибавила, и не смогли они навязать борьбу феррористам, благо, что еще Райконен вот ошибся, ну и как бы поэтому еще и подиум, ну и Росберг, соответственно, взорвался, так бы подиума даже не было, конечно, у Вильямса. Но мне радостно за них, да и за Массу. Молодцы ребята. Под конец гонки такую баталию Ботас устроил Массе. Это просто жесть. Ну прям было с замиранием сердца. Я прям наблюдал, думаю, только чтобы он что-нибудь не учудил. Потому что, ну, он прям кусал его в каждом повороте. То есть последний там кругов 5, наверное, Масса очень жестко отбивался от него, и Ботас атаковал прям буквально в каждом повороте. Конечно, красивая борьба была, но в итоге они не столкнулись, не, в общем, все хорошо. Масса так и финишировал третьим, смог отбиться. После финиша даже говорил, что я уже слишком стар для таких баталий. Ну что, имею в виду, что Ботас его прям прессинговал очень сильно. Но в итоге молодец, сдюжил. Ну и Ботас, конечно, красавчик, не допустил столкновения между ними. Ну, оба, в общем, молодцы. Вот. Так что Вильямсы третий, четвертый. Дальше, вот я как сказал, Райконен финишировал пятым. А шестой, по-моему, Хюлькенберг. Не помню, кто седьмой, если честно. Седьмой. Как бы не из Торо Росса. Не помню. Может быть, кто-то из Торо Росса. Либо Сайнс, либо Ферстаппен. Ну, восьмой Рикьярдо, как я уже сказал. Девятый вот Эриксон, которого он прошел на последнем круге. И десятый наш Квят, десятку замкнул. Вот. Ну, в целом, гонка была достаточно, ну, скучноватая она была с той точки зрения, что не было борьбы за победу.
борьбы не было за победу. Так-то борьбы было довольно много. Вот и Райконен прорывался всю гонку, и редбуловцы поначалу там гонку делали. Вот Баттон хорошо на старте прорвался и потом всю гонку так потихоньку пропускал. С макларенцами, конечно, полная беда. Они финишировали последними, ну если не считать Марусю. Так, ну вот резина у нас умерла практически полностью. Хотя, если честно, на управляемости это даже ну, особо не сказалось. Вот, смотрите, передняя резина была уже фактически красная. Такая темно-оранжевая. А вот последний круг, смотрите, у нас 1.37.8. Тьфу ты, блин. Я думал, что еще... Ну, прям до выезда на трассу машина под управлением компьютера и врубился в стену. Что-то у меня не получаются выезды из боксов. Все время куда-нибудь втыкаюсь. Так, ну и сейчас нам одели резину софт. Естественно, первый круг. Тут еще надо будет к ней немножко привыкнуть, да и прогреть ее. А со следующего круга вот уже попытаюсь, ну, в общем, выложиться и посмотреть, на что же она вообще способна. Вот, это резина софт. Так что план сработал с одним пит-стопом, все нормально, смогли даже вот мы до 20-го круга дотянуть на медиуме. Так что можно было, я не знаю, резину хард, наверное, купить и вообще всю гонку на ней проехать без пит-стопов. Благо тут никаких обязательных пит-стопов, как в Формуле 1, нету. То есть если сможешь, то, в общем, едь на одном комплекте. Покрышки здесь тоже не взрываются, так что управляемость ухудшается, хотя на этой целике даже не шибко-то и заметно. Так, ну этот круг, да, был в заездном бокс, естественно, и 1.52. Так, у нас очередной круговой, по-моему, наш напарничек, ага, точно целика. Мы благополучно делаем ее. На софте там мы сейчас. Ого! Газанем. Так что вот, возвращаясь снова к Формуле 1. Гонка была... Ну, если не брать борьбу за победу, то, конечно, интересно. То есть были обгоны, была борьба. Интересно было очень следить за Кими, прорывающимся наверх, и ну, за редбуловцами, в частности, за Данькой, за нашим. Ну, жалкое зрелище, конечно, это макларенцы, как я уже сказал, что абсолютно, конечно, не на то они рассчитывали, возвращаясь к сотрудничеству с Хондой. Я помню, как они... Ну, перед началом сезона вот эти все фотографии, все эти разговоры, воспоминания о временах McLaren Honda, непобедимой конца 80-х, начала 90-х, Ален Прост, Айртон Сенна. Ну, в общем, создавали такую ауру опять команды мечты. Тоже два чемпиона, Алонсо, Баттон, но, конечно, они очень далеки от той формы, очень далеки. И неизвестно вообще, когда они ее обретут. Надеюсь, что, конечно, обретут снова, но это даже будет, скорее всего, не в следующем сезоне. Вот. Да плюс еще и размолвки у них сейчас начинаются какие-то с Хондой. Хонда волокет на Макларен, что у них шасси никчемное. Макларен начинает на Хонду уже так прессовать, что надо бы пошустрее доводить установку до ума. Ну, в общем, мне кажется, зря они это. Если вы вместе идете... Понятно было, что... Очень сложный сезон будет, и не знаю, правда ли они рассчитывали, что начнут побеждать в этом сезоне. В общем, и начинать в первый же год уже цапаться между собой, это очень плохой признак, в общем. Тем временем, кстати, я тут заговорился, смотрите, сразу у нас круг 1.33.7 получился на резине софт. До этого, по-моему, там что-то около 1.36 было. В последнем повороте вот закосячил. Ну, хотя на лучше тоже все, но не шел. Вот, так что резина софт сразу 3 секунды
стесала с лучшего круга. Так что вот вам наглядный пример разницы в резине. Ну, посмотрим, может еще чуть-чуть улучшится. Время удастся его улучшить. Вот. Ну, а так, я говорю, конечно, гран-при разочаровывающий был с точки зрения результатов борьбы за чемпионат. Я сейчас всеми, не знаю, силами, магией Вуду и прочими какими-то усилиями буду, блин, молиться, чтобы в ближайших гонках что-нибудь случилось с Хэмилтоном. Ну, естественно, в техническом плане, чтобы он сошел. Ну, или надо, чтобы его кто-нибудь поддел в горячке борьбы. Ну, потому что неинтересно тогда будет. Самый цинус — это когда идет борьба плотная до самого конца сезона, напряженка. Тем более в этом сезоне не будет уже этого бредового правила двойных очков в последней гонке. Поэтому надо, конечно, Росбергу подбираться к Хэмилтону. И даже если он, блин, все гонки будет в одни ворота оставшиеся выигрывать, не факт, что он Хэмилтона догонит. Поэтому надо, конечно, уравнять шансы, чтобы хотя бы в одной гоночке-то Хэмилтон у нас где-нибудь споткнулся. Вот такой, да, коварный я, коварный, но мне важна, мне даже, собственно, не важно, кто станет чемпионом в этом году. Пускай Хэмилтон станет трехкратным. Но главное, чтобы это было в борьбе. Вот, и так, конечно, доминировать это никуда не годится. Да плюс еще в конце гонки, у меня была маленькая надежда, там в конце гонки, буквально где-то кругов за 5, наверное, за 6 до финиша, может даже еще меньше, попросила его команда, его гоночный инженер, в общем, прибавить, ускориться, не спрашивать почему и зачем, в общем, такое покрыто было еще тайной все, типа, в общем, чуть ли не прямым текстом ему сказали: заткнись и атакуй в полный тапок, короче. Ну, он атаковать любит, естественно, сразу ускорился, хотя у него отрыв был уже к тому времени от Тефтеля, там, ну, больше 20 секунд, где-то в районе 22, но вот все равно его наказали ему атаковать. Понятное дело, что значит что-то случилось, ну, либо пит-стоп предстоит, либо может наказание какое-то, и действительно, вот он на финише довел отрыв до 25 секунд там и что-то 42 тысячных. То есть если бы ему на финише прибавили штраф, то это stop and go, за него 25 секунд дают на финише, если пилот не заехал по ходу гонки, вот, то он бы оказался все равно впереди Тефтеля на 42 тысячных. В общем, и, ну, сделал свое дело, но у меня была надежда, что его дисквалифицируют. Ну, дабы уравнять как бы шансы, ставить паритет. Росберг сошел, Хэмилтона бы дисквалифицировали. Заковыра там была в давлении в покрышках, то что оно у них было ниже допущенного. Ну, Хэмилтона там довольно небольшое, было вообще там 0,3 PSI. Ну, это в этом измеряются давление в покрышках в Формуле 1. Давление там что-то на квадратный дюйм, в общем, по-другому, не атмосферы там. Вот, а у Росберга тоже было недобор по давлению, у него там больше единицы было, но Росберг-то сошел так и так. А вот у Хэмилтона было это нарушение, и несколько часов после гонки там было напряженных довольно-таки. У Хэмилтона тоже, наверное, там потряхивало поджилки. Конечно, он бодрился и в интервью сказал, что, ну, типа, я все сделал, я не волнуюсь, если, конечно, последует дисквалификация, то, ну, типа, что ж теперь. Хотя думаю, что на самом деле не так он бодро все это воспринял. Вот, но в итоге все это оказалось напрасным, все мои надежды, и все это, в общем, простили стюарды. И не стали наказывать никак вообще Хэмилтона, команду Mercedes. Вот, и результаты гонки остались все цело.
застолбленными. Так что перед гран-при Сингапура у нас 53 очка между двумя лидерами чемпионата. Ну, посмотрим, чем это все обернется. Ну, надеюсь, Хэмилтон где-нибудь в Сингапуре там уснет на пит-стопе. Вот, и... Ну, в общем, не финиширует. Так, ну ладно. Вот, собственно, так вот за разговорами о гонках реальных, собственно, прошла наша гонка виртуальная. Осталось 3 круга с небольшим на... Ну, в общем, резина софт мне гораздо больше понравилась. А, правда, что-то не получается больше приблизиться по времени к, ну, лучшему кругу, но все равно приятнее на ней, конечно, ехать. Вот, если бы еще резина была суперсофт, тогда бы еще, конечно, быстрее, но на суперсофте уже бы там не факт, что с двумя пидстопами бы я доехал. По крайней мере, сейчас уже, наверное, резина была бы красная. Может, и доехал бы, но не так комфортно. Вот. Правда, Целика машина классная по управляемости, и она хороша тем, что не особо сильно реагирует на вот износ покрышек, все равно ведет себя стабильно, и, ну, времена, в общем, на круге не сильно-то и падают. Вот, это, о, смотрите, к концу гонки мы догнали Lotus Elise на круг, ну, то есть машину, идущую на втором месте. Ну, по крайней мере, думаю, что так оно и есть. Я не уверен, что кто-то смог его обогнать за счет пит-стопов. Ну, только если он там делал вместо одного, там, 2-3 пит-стопа, но тоже вряд ли. Ну, как едет, стабильно. Боты умеют, видимо, его настраивать. Да, машинка, конечно, хорошая, слабенькая, но хорошая машина. И, кстати, я перед гонкой же говорил про вектор этот М12, и вот слава богу, что его не было. Хотя, если честно, сам я не помню такого, чтобы вот в этой гонке выступал этот монстр. У меня, по-моему, такого не было. Может, еще зависит от разных версий игры, ну там европейская, японка или там американка. Может быть, разные баги в разные версии завезли разработчики, чтобы игроки не скучали, чтобы у них отличались не только машины, но еще и баги в игре. Ну, шучу, конечно. Хотя, в общем-то, доля правды здесь есть. Возможно и так, что... Ну, вот сейчас мы играем в европейскую версию игры. И... Да, с Фордом GT тут был вот этот вот глюк. И он был и у меня, я помню, да. Тоже, когда в детстве одолевал эти чемпионаты. Но вот что-то про вектор я не помню такого. Хотя, говорю, вот мне один из подписчиков говорил об этом. Ну, причин сомневаться в его словах, естественно, нету. Просто я говорю, что, ну, во-первых, не всегда эта тема срабатывает, конечно. Ну и, может быть, действительно есть разница между версиями игры. Почему бы и нет, собственно говоря. Если первый тираж Gran Turismo 2 вообще был из магазинов изъят, из продажи, потому что там что-то какой-то фатальный был баг у игры. Точно уже не помню какой, но знаю, что был вот такой вот факт, что первую партию дисков пришлось изъять из продажи. Как хорошо сейчас, да, если даже какой-то баг есть, взяли, патчик выпустили,
Ну, поэтому, собственно, некоторые разработчики сейчас не особо и стараются. Вон, вспомнить только что, что творилось, например, с Batman Arkham Knight. Ну, по крайней мере, с PC-версией, что ее до сих пор снова и не перевыпустили, до сих пор допиливают. Или тот же Assassin's Creed Unity. Правда, я ни в то не играл, сам ничего не могу сказать, но вот по отзывам, конечно. Ну и вот, тем временем мы благополучно финишируем и выигрываем эту гонку. Да, все отстали на круг, и даже последние два... А точно, это был Fiat Barchetta, на четвертом месте даже финишировал эта кракозябра маленькая. Так. Ну, лучший круг так и остался, 1.33.7, второй после пидстопа. 150 тысяч сразу и новая машина. Отлично. Смотрим, что же нам дали. Главное, чтобы машина была дана полностью прокачанная. Потому что это будет издевкой, конечно. Я не помню, что за машину должны дать, честное слово. Вообще не помню. И та-дам, смотрим. Ох ты! Классно. Вот это хорошая машина. Denso. Denso Sart Supra. Отличный болид. И раскраска у него такая прикольная. Ну, собственно говоря, это такая же Supra, как Special модель здесь в Тойотах. Только там Castrol нам предоставлен, а это вот, ну, по сути, раскраской только отличаются. Да и, как говорится, хрен бы с ним. Ну вот, это был самый первый чемпионат на выносливость. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, что не скучали. Подписывайтесь, те, кто еще не подписался, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Ну и всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи!